Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз зашел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Утро, дача, маленько простыла. Было 35-40, и раз резко стало 12-15, а ночью сегодня было 7. Приехали на дачу вечером, уже поздно. Я в окно посмотрела. Плюс 7 всего лишь. Я быстрее бежать, цветы спасать. Принесла все в дом. Вроде бы успела спасти. Все выжило. Зато я простыла. Но речь не обо мне. Речь сегодня о новиночках. Вот, друзья, первая новиночка. Потянула меня на желтенькое, на зелененькое, желтенькое. Думаете, почему? Да потому что скоро осень. Осени цвет желтый в основном. Коди Голд Сан. Ну, кротончик красивый, нарядный, яркий, осенний цвет, красота. Он стоял у меня на улице, вчера занесла в дом, листья все обработала. Прежде чем в дом занести, все протерла водкой. Сегодня протру еще, разбавлю фэри с водой, протру. Вот такой он, красавчик. Вот это первая моя новиночка. Вот второе растение. Это дифембахия. Посмотрите, какие у нее красивые, шикарные листочки. Такие нарядные, такие сочные. Плотненькие, аккуратненькие все. Вот это растение кустовое. Я именно кустовую хотела дифембахию. Красотка. Вот об этом растении ходит очень много плохих примет. Говорят, что это растение мужегон, что где это растение, там ссоры, конфликты. Я не хочу в это верить. Я хочу верить в хорошие. И хорошие приметы тоже есть у этого растения. И их больше, чем плохих. Между прочим, это растение предсказывает погоду, изменение влажности и перепады атмосферного давления. Вот так. При увеличении влажности в атмосфере на листочках выступают капельки. Вот здесь вот. Вот, вот тут вот. На краешке выступают капельки. Так растение избавляется от лишней влажности. В дифембахии есть фитонциды, которые активно выделяются в воздух и очищают его, и убивают все вредные микробы. Короче, больше полезного, чем плохого. Классное растение. Я давно его хотела. И вот именно кустовую дифембахию. Красотка, красотка. Ай, красотка. Правда же? Ай, какие листочки. Сочные, сочные. Красивое, хорошее, здоровое растение.
Вот третье растение. Пеперомия. Только вот, друзья, не знаю, какая пеперомия, как называется. Но красивая. Мне так она понравилась сразу же. У меня сразу глаз остановился в магазине на ней. Посмотрите, какие шикарные листья. Они светло-салатовые, и вот тут такие прожилки темненькие. Ой, такая красота. И вот знаете, вот какой лист? Как вот вам объяснить? Вы знаете, мать и мачеха растение. Вот тут такое же, оно какое-то непонятное. Вроде бы и глянцевое, и в то же время с другой стороны какое-то мягонькое. Здесь глянцевое, а вот тут вот мягонькое, как у мать мачехи. Но плотные-плотные листочки. Красивое растение, шикарное растение. Но вот я знаю, что у пеперомии должен быть грунт, вот знаете какой, чтобы постоянно поступал кислород к корням. И почва должна быть рыхлой-рыхлой. Грунт был, должен быть, вот знаете какой, как собранный из перегноя, торфа, песка. Можно грунт для перцовых покупать или для бегоний. Пеперомия подойдет. Она будет даже в восторге. Ай, красотка. Правда же? Мне очень понравилось. Какие листья. Посмотрите, какие листья. Сейчас, где фокус? Классное. Изумительное растение. Вот с другой стороны он какой-то вот тепленький, а здесь холодненький. Вот я и говорю, что похоже вот как на мать и мачеху вот листочки. Но плотные, плотные. Очень понравилось. Посмотрите, какой шикарный папоротник. Какие ваечки. Какой он нежный. Посмотрите, друзья. Ай, сама нежность, сама красота. Ваечки такие нежные-нежные. Вот тут вот даже уже у меня вот обломились, сломались они. Нужно аккуратно относиться к нему. Вот здесь не написано, какой папоротник. Но я посмотрела в интернете. Вроде бы называется Птерис. Если я неправильно говорю, поправьте меня. Может быть и не он, но мне кажется, что это Птерис. Загадочное, да, такое растение. Сказочное, загадочное. И самое-самое древнее. Видите, какие листочки по краям. Какая окраска интересная. Сейчас я ближе поднесу. Посмотрите, как классно. Интересно, да? Края неровные, такие игольчатые, резные, узорчатые. Вообще прекрасное растение. Обожаю, обожаю папоротники. Здесь ничего на горшочке не написано.
А вот, написано Птерис. Вот, а я в интернете смотрела название, а тут написано. Вот. Вот написано Птерис. Все, значит, точно Птерис. А я причем даже не посмотрела на горшочек. Сразу в интернет. Все, теперь стопроцентная Птерис. Вот, шикарное, красивое растение, папоротник. А это я купила на рынке в Перми две фиалочки. Вот это называется танцующее пламя. А вот это я что-то схватила быстро-быстро. Мне оно так понравилось. И забыла название посмотреть. Это желтая фиалка. Махровая. Листья, ой, листья говорю. Цветочки большие-большие, крупные, махровые, желтые. А вот это танцующее пламя. Бордовые, красивые листочки. Я вам вставлю фотки, какие должны быть. Ну что, друзья, и вот последнее растение. Продолжаем наслаждаться осенью, осенними красками. Как я и говорю, что меня потянуло на желтенькое, потому что осень, краски осени, желтенькие, осенние. И напоследок желтая красотка. На самом деле она лимонная, цвет такой лимонный. Тут не так почему-то передает камера. Красивый лимонный цвет. Очень крупная, очень крупная. Цветочки очень крупные. Красотка. Вот этот цветочек распустился уже у меня. Как называется, не знаю. Кто знает, скажите, подскажите, напишите в комментариях. Вот такие корешки. Ну, вот этот уже, наверное, отсохнет. Последний, но ну, ничего страшного. Вот посмотрите. Шикарное, очень шикарное. Не так хотелось желтенького осеннего цвета. И еще, друзья, меня просили показать, как поживают мои ренимашки. Давайте покажу. Вот эта ренимашка, посмотрите, я доставать полностью не буду. Ну вот, смотрите, видите, начинают проклевываться. Сейчас фокус сделаю. Видите, проклевываться начинают корешочки. Но вот эта реанимашечка у меня стоит уже с января. Вот. И только сейчас начинают они проклевываться.
Вода, корица. Корица и вода. Вот. А где была вода разбавленная? Вода и чуть-чуть Максима. Те сразу у меня как-то почему-то быстренько испортились. Короче, я их выбросила. Не получилось у меня реанимировать. А вот с корицей все хорошо. И вот здесь у меня я чуть-чуть развела, чуть-чуть Максима с водой, а сверху напудрила корневином. Вот, видите, корешочки и пошли. Вторая реанимашечка. Как себя чувствую, тоже показываю. Раз спросили, показываю. Но вот эту реанимашечку я совсем недавно вместе с вами делала. Где-то, наверное, уже еще недели две, наверное, прошло. Ну, где-то так примерно. Вот тоже у меня вода с корицей. Так. Чуть-чуть тоже вот тут вот у меня разбавлено Максим с водой, а сверху корневин. Но здесь еще рано корешкам быть. 2 недельки всего лишь стоит. Вот. Вот так вот у меня две реанимашечки. Показываю, как просили. Вот. Закрываю обратно пакетиком. Дома у меня еще есть реанимашечки. Но это в основном доме в городе. Здесь на даче вот только так вот стоят две орхидеечки. Думаю, что все будет хорошо. И еще я вам хочу показать фиалочку, которая распустилась. Вот, посмотрите, она какая. Первый раз у меня тут она распустилась. По бокам салатовая, белая, а внутри фиолетовая. Красотка. Так, и что тут еще у меня цветет? И вот цветет. Фиалочка. Так, это название, которое цветет. Это Джульетта. А это прозрачная свежесть. Но еще не до конца раскрылась. Раскроется, потом покажу. Она очень красивая. Ну вот, выставила мои новиночки. Мои прекрасные осенние новиночки. Ой, как мне папоротник нравится. Да мне тут все нравится. Вот, друзья, скоро будет пересадка. Будем пересаживать вместе с вами в интересные, вкусные грунты, в землю. Так что вот. Ну, на этом, мои друзья, все. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо вам за все. Красота. Пока-пока. Отлично вам настроение.